В рамках реализации проекта «Единая страна. Доступная среда» муниципальные депутаты «Единороссы» провели встречу с руководством школы для детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда» в Одинцове и обсудили вопросы взаимодействия. Директор образовательного учреждения Ксения Махнач показала территорию школы, спортивный класс, кружки рукоделия, творчество. Также депутаты ознакомились с организацией питания в школе и передали элементы спортивного инвентаря. Сейчас в Одинцове строится новый блок школы. Это будет полноценное учреждение, где ребята станут учиться в одну смену.